Основные параметры главного финансового документа Ульяновской области подробно рассматривались на заседаниях ведомственных рабочих групп. Обсуждались с депутатами профильных комитетов законодательного собрания Ульяновской области. Каждое отраслевое министерство обсудило проекты бюджетов своих отраслей на заседаниях по бюджету, где были устранены все разногласия, возникшие в ходе обсуждений. Кроме этого, основные параметры областного бюджета неоднократно обсуждались в рамках заседания комиссии по бюджетным проектировкам с участием депутатского корпуса и представителей Общественной палаты региона. Накануне прошли публичные слушания. Подробнее в эфире телеканала «Репортер 73».